Добрый день, меня зовут Юлия Журба, и сегодня я хочу оставить видеоотзыв к модулю «Личный бренд». Вообще, с самого начала хочу сказать, что этот модуль мне, ну, как сказать, и, наверное, сложнее всего достался, вот, именно в плане учебы. Вот. И, наверное, он был самый интересный, потому что очень много о себе узнала нового. Вот. И как бы еще для себя, конечно, открываю новости. Вот. И с каждым разом это все становится трогательней, интересней и богаче. Вот. Ну и с самого начала хочу сказать, что у меня было две миссии, да, вообще вот моей работы психологом и вообще суть богатства моего, да, почему причин, почему я хочу разбогатеть. Так вот, одна миссия у меня исчезла, то есть я не хочу будить спящих. Я уже хочу кормить проснувшихся. Вот. Меня вот это осознание вообще торкнуло в начале месяца, и вот с ним я вот до сих пор хожу и радуюсь, слава Богу, осенило. Вот. Затем тоже интересные вещи были в модуле, и лифтовая презентация, ну, в принципе, она у меня уже была готова до этого, вот, и, допустим, лидогенерал, это задание вообще мне нужно было 3 дня вокруг да около походить, как говорится, я люблю говорить, через Кропоткин сходить и потом подойти к нему, но когда я поняла суть этого задания, да, как, насколько расширяется мышление, да, и понимать, где могут находиться твои клиенты, это, конечно, дорогого стоит, и меня сейчас частенько озаряет, что, а может быть, его там, и вот там, и вот там, и вот там, и вот там. А вот, потом, чтобы не забыть, а вот, подумала над своей фишкой, и, наверное, она еще у меня будет рождаться, потому что моя фишка пока вот с вами, Юлия Журба, и до новых встреч, но, возможно, будет трансформироваться что-то, где-то свое, может, еще выскочит. А вот, потом мне коллеги помогли придумать УТП мое, вообще собиралась долго думать, а тут вот как-то нечаянно мне так выдали, типа непосредственно просто и легко о главном, о новых отношениях. Мне что-то так оно зашло, ну иногда бываю забываю его, но тем не менее то, что оно у меня есть, уже душу греет вообще конкретно. Вот, потом кто я, вообще с этим вопросом я собиралась пожить подольше. Ну, слишком долго растягивать не удалось, у меня случился совместный эфир с коллегой из нашего клуба, вот, и просто мы, рассказывая, как мы работаем, темы созвучные, про новые отношения, и это задание она мне дала в эфире сделать при всех, при всем, 10 существительных о себе, вот. Ну, было захватывающе, потому что действительно вот те слова, которые у меня выродились вот так вот, в эфире. Я их сейчас слышу, меня люди называют этими словами. Вот. То есть они настолько созвучны со мною, и когда меня называют, у меня нету там ни капли смущения, ни капли стыда, ни капли там чего-то какого-то непонятного дискомфорта. Вообще, это все про меня, да, я с этим согласна. Вот. Поэтому, конечно, очень интересно. Про себя логотип хочу. Еще не придумала. Я, конечно, смотрю по сторонам сейчас вообще, где мне там озарить, звезданет или что понравится. Вот. Ну и кучу фишек, блин, всяких таких интересных. Свои триггеры, вот, поняла. Ценности именно в работе свои поняла. И как бы это вот реальное богатство. Вот реально, когда их чувствуешь, понимаешь, осознаешь. Потом получается, ну, все быстрее получается, вот, и не отвлекаешься уже на ненужные вещи, вот, поэтому очень такой захватывающий модуль, очень интересный, плюс нам в помощь была онлайн-конференция, вот, мои мечты начали сбываться очень быстро, вот, поэтому... Очень интересно, возможно, я буду возвращаться в этот модуль, потому что, ну, надо будет потом дозреть еще, вот, но этот модуль действительно дорогого стоит, очень много, многие вещи становятся на места, особенно тоже вот конституция понравилась, то есть внутренние и внешние правила, которые, ну, такую опору дают, действительно, вот, и как бы...
как бы спасибо огромное. Ирина, спасибо огромное. Конечно, я восхищаюсь вашей системой обучения. Вот, и именно работа с сопротивлением вот этим, это вообще бомба. Причем я так синхронизировалась со всей учебой, да, с любыми модулями вашими, что я уже когда чувствую, так, я уже хочу похалявить. А тут раз, либо творческий этот день, творческая встреча, либо три чуда в день, что-нибудь такое, и я уже хорошо гуляю. Вот, поэтому, ну, круто. Круто, нравится, вдохновляюсь. Фух, и стараюсь. Спасибо огромное. До новых встреч. С вами была Юлия Журба.